Итак, дорогие мои друзья, сегодня у меня еще задача подобрать готовую вышивку вот к этой подушке. Мне на обсадик сделать какое-то рукоделие мамы, но я решила, у меня вот эти подушки я заказывала специально, хочу сделать из моих вышитых работ наволочки. И вот сейчас я принесла все свои готовые работы, замочу, подберу, замочу и посмотрим, что у меня получится. Напомнить вам, какие у меня есть готовые? Есть такая, но она маленькая, будет совсем. Так, из вышивок. Каркушки. Такая. Собакен. Яблочки. Нарцисс. Или не знаю, как он там называется. Потом вот такой вот маленький мишка. Цыпленок. Бабочка. И ёжский терьер. Мне кажется, на эту подушку будет классно смотреться ёжский терьер. Ну, сейчас будем подбирать. Остальные тут у меня алмазные мозаики, они мне не нужны. Сейчас подберу и покажу, что я выбрала. Так, короче говоря, решила я их все постирать. И посмотрим, что получится. Многие переживали вот за эту вышивку, то, что вот плохо отмоется или что-то. Сейчас как раз посмотрим с вами. Есть еще, конечно, так кухонная тематика, но кухонная тематика на подушку. Я вот почему-то думаю вот это вот на подушку сделать. Ладно, замачиваем и стираем. У меня здесь, ребята, обычная холодная вода. И вот первую хочу вот эту показать. Видите, разметки все есть. И замачиваем. На несколько часиков мы ее с вами замочим. В холодной водичке. И оно будет отмакивать. Вся разметка должна смыться и уйти с этой вышивки. Я не знаю, кто как, но я почему-то всегда в холодной воде замачиваю. Хотя говорят, на в тепленькой. Ладно, пусть замачивается. Ребята, смотрите, хотела показать. Видите, разметка уже почти вся смылась. И расцветку поменяла вышивка. Из-за того, что краски отмываются потихоньку. И вот так вот оно получается. Вот такой пока расцветки у меня котик. Ну ничего, сейчас еще немного полежит, и оно все отойдет, и будет вообще классно. А потом замочу следующим вот эту вот работу. Тоже. По идее, их можно вместе, но я не хочу их вместе замачивать. Я всегда каждую вышивку отдельно замачиваю и отстирываю. Сейчас даже, наверное, второй тазик направлю и замочу. Так, набрала во второй тазик воды и замачиваем вторую вышку. Вот запомните, какая она пока еще не совсем. И вот это вот замачиваем и пускай мокнет. Все, сегодня день вышивок. Пусть наши вышивки стоят вот здесь вот и отмокают. Так, дорогие мои, суп уже зажарку забросила. Вот такой вот супик у меня получается. Густой, мы любим густые супы, мы не любим жиденькие. Все, накрываю крышкой, пусть еще немножко томится. Также у меня здесь тушится картошка с печенью. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы продолжаем готовить. Ильюша уехал в город покупать билет на автобус. Потому что завтра ему уже ехать домой. Так что вот такие вот дела у нас. Ну а мы потихоньку продолжаем заниматься домашними делами. Смотрите, ребята, полежала где-то полчаса. И вот вся разметка, все отмылось. И вышивки наши становятся более-менее красивыми. Сейчас скоро буду менять воду. И вторая. Уже видите, вся разметка. Все, вот здесь был ключ внизу, его уже не видно. Вот все отстирывается. Все, ждем, как отстирается, потом дальше покажу. Так, дорогие друзья, сменила я воду уже на холодную. Попичкала немного. И вот теперь еще немножко прополоскается, но в целом уже вот так вот получается. Очень красиво. И вторая также тоже воду сменила. Сейчас еще раз прополоскается и все, и мои вышивки потом можно будет сушить. Маша, тут себе суп уже наложила, да, Маша?
Вот такой вот, кстати, сварился суп. Сейчас я наложу, чтобы всем остыло. Мяса много. Густоватый, как мы и любим, да, Маша? Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я буду налаживать деткам. Так, наложила деткам суп и также вот потушила картошечку с печенью. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А у нас сейчас остынет, и мы тоже будем кушать. Так, дорогие мои друзья, выстирала я все свои вышивки. Сушить я их положила вот на старый пододельник нашла. Он мне не нужен такой, ну, не важный. Поэтому вот на него положила сушить. Я обычно так сушу. Я не знаю, некоторые вешают, я не вешаю, я ложу на тряпочку. И они, знаешь, высыхают. Вот такие вот у меня вышивки получились. Напишите, как вам, скоро будем оформлять их. Вот такой вот у нас сегодня был день. Ни много, ни мало, да, Светик? Свет тут сидит, кстати. Скажи всем привет. Не хочет. Не в настроении ребенок. Так что вот так вот. С понедельника начнем перебирать все шкафы. Потихоньку, то, что не надо, буду все выкидывать, расхламляться по полной программе. Надоело уже все, буду выкидывать все, что можно, потому что я вылаживала в группе, отдам даром, никто не берет. Ну, раз не берете, значит, буду выкидывать. Решила вот так вот делать. Ну, я кое-какие вещи отдам одной женщине, она коврики режет их и коврики вяжет. Вот отдам ей. А остальное все выкину. Все, что она выберет, заберет, остальное все повыкидываю. Так что вот так вот, дорогие друзья. Вот такой вот был день. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии. Завтра у нас будет, скорее всего, гости опять к Ване придут. Поэтому видео, я не знаю, я смогу что-то заснять или нет. Я не обещаю, конечно. Завтра Ильюша уже уезжает в Соликамск. Так что вот как-то так. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока.